Здоровская, с утра выходишь, 9 часов, уже прям припекает, как вот в Хакасии, как будто день, часа два, так прям уже плечу жарит. Да. Маркиз, отельчик неплохой. Так вот выходишь, новенький асфальтик, такая деревушечка, знаете, а-ля частный сектор, но это по сути центр города, тут буквально две улицы, и я в центре города. Красота вообще прям, ну кайфон, кайфон, кайфон. Красотища. Такие вот, говорю, аккуратные улочки, все заасфальтировано, все ровно, все чисто. Везде он растения, прям максимальное количество зелени. Красота, ляпота, чистота. И старый город. А буквально пару кварталов, такая красотинка везде. Вот сауна есть, можно будет сходить. В общем, есть куда пойти, куда податься. Краснодар, кайфун. А вот вам и трамвайчики. Интересно, смотрите, как брусчаточкой сделали. И новые, и старые трамваи. Красота. А это, кстати, рынок. Где-то здесь рядом. Сюда я и иду. Вот так вот я прошел буквально пару кварталов. И я уже в центре. Но буквально прям три шага. 5 минут в удовольствие. Рынок центральный. Сейчас зашел посмотреть, как тут цены на продукты. Интересует даже рыбка для начала. Кефаль. Я даже не знал, что такая есть какая-то. Хеки, макорусы, трески и так далее. Любая рыбка, вам тут же ее напилят, нарежут. Свежачок замороженная. Салат чукча. Крабик, пожалуйста. Креветочки, все вам тут, говорю, порежут, оформят и так далее. 250. В общем, пойдем зайдем. Вот это рынок. Самое интересное. Картошечка вам 40 рублей ведерко. Ё-моё, капец. Варенье из грецкого ореха. Ё-моё. Все, что хочешь. Все, что инжир, смотрите. Я такой инжир даже не видел живьем. Вкусики, персики, кишмиш. Это все, кстати, местная продукция. Огромный плюс, что это все местная продукция. Различные. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас не видно было. Давно, а? Давно. Это что такое? Прогуливал. В отпуск ездил. В отпуск ездил. Сейчас начнем, да? Да, 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 да. Давно, давно нет. Ну, в общем, холодный гранатовый сок. Надо будет попробовать. Различные орешки, арбузики, дымки. Таких даже у нас и нет, и не везут. И в большей степени это, конечно, все здесь местное растет. Представляете? По ценам, ох, какие гранаты. Я таких гранат даже не видел ни разу в жизни. Я вам их сейчас покажу. А гранаты почем, здравствуйте? 700 рублей штучка, здравствуйте. 700 рублей штучка, такие вот гранатики. Вот оно вам, все тут. Все, что хотите, все есть. Я даже такого варенья не видел ни разу, смотрите. Инжирчик варенье. А что вы снимаете? Вам разрешается снимать? А я вас не снимаю, не переживайте. Вот первая агрессия пошла. Я вас даже не снимал, не переживайте. Почем арбузы? Рынок частный. Да вы прекращайте, рынок не надо мне общественный. А я вас не снимаю, успокойтесь. Почем арбузы? Арбузы почем? Она ничего не отвечает вообще. Вот такая женщина. Короче, самый центральный рынок. Всякие разные. Тебе интересно уже, что ты знаешь, как это ребята выиграл. Ну вот соло бони 460, сыр, чечевс 460, творожки, смотри, 200 рублей, 190. А у нас почем? Это тут видно, прям смотри, творог 9%, он прям аж желтый. О, смотри, адыгейский 350 сыр, килограмм.
Ну, тут есть еще выбрать. И тут это вот они свежие, сыры прямо, и они еще доготавливаются, по сути, тут при тебе. Так, мы это посмотрели, медок. 150. Майский, смотри. Да, очень хороший. Майский, белая. Белая акация. Ну, смотри, баночка, в общем, 200 рублей. Вот 200, 150 рублей. А, вот даже, смотри, 150 рублей баночка. 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм свежий. Это свежий же? Свежий, это вообще, да, да. Идешь вот так вот по Краснодару, а здесь вот она, слива лежит, ну вот мелковатая маленько, да, вот она прям растет, и ты по ней ходишь, а здесь уже крупнее пошла, вот она и крупная, смотрите, также растет, пожалуйста, бери, кушай. Никто тебе ничего не скажет. Виноград, пожалуйста. Красный, зеленый, любой. Улица красная, тут даже, видите, фонари есть. Но асфальт новый везде. Четенько, классно, тепло, красота. И я скажу, мне здесь очень нравится. Я прям себя здесь вижу. Да, я прям себя здесь вижу. Возможностей много. Какая-то центральная площадь. И даже какой-то театр драмы. Ну, вообще здесь, конечно, обалденно. Главным и доблестным казакам Кавказского линейного войска и вошедшим в состав его казакам Хоперским, впервые призванным на службу царскую императором Петром I при взятии города Азова в 1696 году. В долголетней Кавказской войне казаки линейного казачьего войска, сдержав в себе громкое и славное имя, в то же время несли и непрерывные труды по умиротворению и заселению края, тем способствовали развитию мирной гражданской жизни в восточной части ныне Кубанской области. Екатеринодарское городское общество в ознаменование 200-летия войска 8 сентября 1896 года. Потомков славных запорожцев доблестным казакам Черноморского войска. Благополучие царства императора Николая II исполнилось 200-летия Кубанского казачьего войска. Право пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, жену найдешь. Прямо пойдешь, ничего не найдешь. Собаке, ну жарко. Кто же знает, что это за скульптура такая интересная? Кто же знает? А, ребятишкам, красота! Красота! Покрыть. Арка. Подарок екатеринградского купечества императору Александру III, построена в 1628 году по проекту архитектора Филиппова. В честь приезда в Екатеринодар государя императора и до гостейшей семьи. В этом же году завершил строительство железнодорожной ветки станция Тихорецкая Екатеринодар в России, с которой соединила их Российской империи. Какой домик симпатичный. Самый центр Краснодара. Краснодар, Краснодар.
прикольно. В общем, мы... Корейский, да, ресторанчик? Вьетнамский. Вьетнамский ресторанчик небольшой. Мы заказали фобо, это самое крутое блюдо здесь. Вот нам его сейчас готовят, Марат, Федя. Видишь, с перчиком тоже поострее. Для полсата какая. Да. И потом, естественно, добавляем еще чили. Да, это очень любят. Это, ну, как положено его. Для особо одаренных, да? Любителей да. Остренького. Очень острого мы любим, да. Поэтому делаем вот так. А это потом что, тоже туда заваливать все, да? Сейчас, что в той тарелочке? Конечно, конечно. Сейчас все покажешь, да, как это? Да. Потом берем вот эту это вкусняшку. Это хорошая. Самая она. Это не руками, а вот так вот просто. Ну, как? Ну, как? Мы в армии так привыкли. Можно вот так. Перец вам остренький, опять же, очень вкусный огонек. Кстати, вот это вот, да, самое такое прикольное, если ты его потом, и потом захватишь в процессе. Лайма добавляем перец. Сначала так. А потом, и в рот его, да? А потом туда. Нет, зачем? И вот еще листик мяты обязательно ложат. То есть это чтобы придать. Нажористо, что было, да? Да, нажористо и мажористо. И получается такой литр. С лихреном, короче, вкусняшки. Один из супермаркетов Краснодара. Пожалуйста, манго 380, виноградик 135 по акциям и так далее, и так далее. Помидорки 79, огурчики 69, перчик подороже. Капуста, брокколи, оказывается, должна во льду быть. Кто не знал, грибочки, все дела. Овощи, фрукты, все, что хочешь. В избытке просто. Ну и цены кому надо, паузу поставите и посмотрите. Молоко Кубани. Ну, молочка здесь тоже дороговато, скажем так. А вот ряженка есть 43. Сейчас везде, конечно, цены конские. А чего у нас точно нет, это, например, у такого фруктового салатика или нарезанного арбуза или дыньки. Или вот такие вот нарезочки мясные, в принципе, совсем даже недорого, обратите внимание. С картошечкой, да, 41 рубль, селедочка. Ё-моё. Вот такие вот вкусные напиточки. Детская поликлиника большая. А вот эта детская поликлиника вся большая. Да, 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 да. Да, круто. Так тут прям все рядышком, конечно, здорово. Дом жилой и детский сад. Вот, а сейчас мы выйдем на маленький рыночек. Это вот который прям совсем рядышком, да? Да, 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 да. Так, если хочешь, я тебе его покажу. Да, в смысле, потом прогуляйся. Нет, мы просто через него можем пойти. Там особо ничего на этом рыночке нет. Я тебе просто хотел сказать, что здесь пекарня, видишь, с той стороны, ага. И там на углу тоже пекарня. Да, я хлебобулочно не ем. Ну, замечательно. Это на тот случай, если вдруг ты будешь кушать хлеб. Эта улица называется Симферопольская. Ага. Вот если ты кушаешь... арбузы 25 рублей, у нас 35. Значит, если ты кушаешь молочное, вот, ага, рядышком. Фермерское. Там молочки, это только так. Ну, вот экскурсия такая, Андрей Владимирович. Кстати, отец Макса Чеба, нашего армейского. Слушай, Пятерочка приехала. Здесь был внутренний рынок, видишь, Пятерочку. А теперь Пятерочку путинскую поставили. Магазин еще один под боком. Ну, нормально. Молочки можно будет взять. Если хочешь домашний, это вот там. Ага. Так у них там, смотри, только творог и сметанка, больше ничего и нет сильно. Ну, так. О, узбекские дыни вот эти вот вкусные. Торпеда называется. Это не узбекский, это местный. Не-не, узбекский, там лежала кругленькая такая, желтая. Я тебе говорю, это местный. А ну у вас тогда местная, а нам их как узбекские везут.
Нет, так вам и везут с Узбекистана. Да? Конечно. А у вас тут свои узбеки ростят? Свои узбеки ростят здесь на бахчах. Вот аптека ближайшая, там дальше вторая. А живут? Не, у меня, смотри, у меня какой был живут, у меня вообще. Здесь у нас магазин «Магнит», но он на ремонте. Ага. Ну что-то они невыгодно как-то долго делают. Ну только начали. Ага. Неделю назад ремонт начали. Понятно. Вот. Значит, это надолго. Выгребают, но у них там это, косметический отдел, по-моему, у них функционирует. Посмотри. Косметика работает? Да. А, ну вот, косметика, если там что там, побриться. А, вот это надо будет. Вот это. Посмотри. Да, я потом бритву возьму, заскочу, да и все. Местная достопримечательность – башня с часами. Ну, башни я не вижу, но часы есть. Пошла жара. Краснодарский фонтан возле «Авроры». Сюда не едьте по наеке. Он не резиновый, это не Москва. Все едьте в Москву.